каждый человек, который впервые делает персональную выставку, вот это чувство испытывает по-разному. Некоторые испытывают, ну, как голый король, то есть не знают, как толпа встретит, то ли во фраке, то ли в мундире парадном, то ли действительно в голом состоянии. Ну, в принципе, это, наверное, большинству художников вот это свойственное чувство. У меня тоже как бы вот есть такое чувство, не то что там пугливости какой, какого-то страха, а чувство ожидания, а как встретит зритель мое творчество. Творчество, я считаю, оно немножко так, может быть, не традиционное, не ординарное. Это мои странствия, путевые заметки. Я экстремальный художник, люблю путешествовать, люблю сплавляться, путешествовать по экстремальным речкам. Ну и собирать вот этот материал, свои ощущения, попытался передать в своих работах. Естественно, что в путешествиях работать какими-то сложными материалами, скажем, масляными красками, очень сложно. Пробовал в начале своей карьеры художественной, очень тяжело. Весь был в краске, все это слипалось. И постепенно, постепенно, за десятки лет пришел к наиболее оптимальному решению. Это графика, это акварель, либо гуашь. Материалы, которые очень компактно перевозить, которые быстро сохнут и, в принципе, дают тот же самый положительный, скажем, результат или тот результат, который ты желаешь выразить на полотне либо на бумаге. Ну, в принципе, я жду зрителя, жду критики, жду не то, что там похвал каких-то. Жду высказываний, просто рекомендаций, может быть, каких-то. Я жду открытия выставки. Выставка сегодня откроется. Что будет завтра? Завтра я буду в дороге. В очередной раз поеду в Монголию. Поеду с работами, творческими работами моих студентов. Выставка плакатов, посвященных столетию подписания дружбы. Подписание договора о дружбе между Монголией и Россией. Надеюсь, что выставка понравится монгольскому зрителю, потому что, ну, я неоднократно делал вот подобные выставки, выставки-конкурсы молодых художников России и Монголии. Причем Россию, как правило, представляли мы. И ну, так получилось, что на юбилей Союза художников Монголии, 75-летний юбилей Союза, который был в дворце правительства ЛД, они почему-то вызвали меня, пригласили. Я представлял Иркутскую организацию и, собственно, потом выяснилось, что представлял всех художников России. Трудно быть педагогом? Педагогам быть интересно. Интересно быть, ну, педагоги разные бывают. Педагоги, которые там, скажем, там вот что-то там вдалбливают. Педагоги, которые пытаются научить тому, чего они умеют, то есть сделать как бы художника похожего под педагога художника. Я все-таки человек разумный, я считаю, что у каждого студента моего есть свое какое-то творческое начало, есть свои приоритеты в изобразительном понимании и дизайна, и изобразительного искусства. И поэтому приходится подстраиваться под вот эти интересы студента и на первом курсе почувствовать вот этот интерес каждого, талант каждого интереса, данные каждого студента, и пытаться за 4 года их развить до профессионального уровня. Ну, я преподаю уже 40 лет в этом году, вот через полгода исполняется, ровно 40 лет, как я выпустил своих первых выпускников, дизайнеров. Сергей Бардачков, мой студент, Жарницкий Андрюша, мой ученик, через год выпустил Анну Жарницкую, ныне она председатель Союза художников Израиля. То есть это честь и достоинство иметь таких выпускников и таких замечательных художников. Какие темы больше всего по сердцу
что волнует больше всего? О чем хочется рассказать зрителям? Ну, мне, наверное, хочется поделиться своими впечатлениями о том, как я живу. Живу я путешествиями, живу очень интересными, собственно, событиями, так сказать, посещаю самые красивые места Сибири, в основном по Сибири как бы путешествую. Монголия меня интересует, Монголия меня просто потрясла как страна. Я считаю, Монголия – это рай для художника, и тем более этот рай населяют очень добрые, очень талантливые люди, добрые простые скотоводы. Талантливейшие люди – это художники. Просто на выставке, которая проходит в Триеннале в Пекине раз в три года, выставляют работы 100 лучших художников Азии. Причем комиссия специальная, вот, китайская, ездит по всей Азии. Это Вьетнам, Камбоджа, Индия, сам Китай, Россия, Казахстан, Япония, ну, огромное количество стран, и выбирает всего 100 человек. Так вот, 5 лет назад на выставку вот этой Триеннале 100 лучших художников, из 100 художников 25 было лучших монголов. Это говорит о том, что это, ну, действительно талантливая вот нация, способная создавать какие-то новые идеи, генерировать совершенно новое инновационное искусство. Ну, мне радует, что у меня огромное количество друзей монгольских художников. Подружился через совместные пленэры, через совместное путешествие по Монголии, путешествие по нашему вот Сибирскому краю, по Байкалу. Ну, я горжусь, что у меня такие друзья талантливые. На этой выставке представлены еще и плакаты, плакаты, рассказывающие затрагивающиеся самую тяжелую тему. Да, ну вот. И там есть плакат «Мама», да? Так получилось, что мне повезло с моими родителями. У меня замечательный папа, военный врач, медик, который прошел войну от Сталинграда и закончил войну в 1948 году. В 1948 году. Западная Украина, то есть каждый день убивали наших солдатиков, убивали коммунистов. Это вот украинские националисты. Ну, потом его перевели уже в Сибирь. Мне повезло с очень умной, доброй, отзывчивой, я бы сказал, талантливым человеком, это моей мамой. Будучи еще девушкой, ее просто... Она жила на Украине, оккупирована Украина была в 41-м году. И в 42-м году просто она пошла на рынок, ее схватили полицаи, там немцы. Затолкали в эшелон, и долгих три года она страдалась, мучилась в немецких лагерях. Ну, слава богу, не лагеря смерти, а лагеря трудовые. Ну, три года трудилась она, там, рассказывала очень много страшных вещей о том, что творилось вот там в концлагерях. А папа, так вот он перед войной, он учился в университете на педагога-историка. Вот. И когда вот как бы вырос, он мне все время говорил: сын, надо знать историю, надо знать историю, надо знать историю страны, надо знать историю своей семьи. То есть и вот слова великого Ломоносова: человек, не знающий историю своей страны, не имеет будущего. Человек, не знающий историю своей семьи, тоже не имеет будущего. И как-то вот так я проник с этими словами, историю очень хорошо, достаточно хорошо знал. Мне повезло с педагогами-историками. В школе преподавал Ислам Самутхуддинович Сайфуддинов историю. Замечательный дядька, орденоносец. И так вот вышло, что из-под его крыла вышли, ну, множество людей, которые стали кандидатами там наук, искусствоведческих, медицинских наук, ну, Шахеров, он историк у нас. Вот. Я благодарен этим людям. И когда возникла не то, что там вот как бы необходимость, а когда вот появились вот эти вот ситуации, как-то себя выразить свое чувство, свое отношение к истории, к знанию истории, поделиться этой историей со своими учениками, я так вот поставил задачу
самому попробовать сделать серию плакатов сначала по Халкин-Голу. И вот для меня показалось очень странным, что ни один из студентов, а буквально там десятки заинтересовались, как бы пожелали работать над плакатом, но ни один из этих десятков не знал, что такое Халкин-Гол. Это просто удивительно. То есть люди нашего поколения как бы знали, да, вот Монголия, да, события, боевые события. Но вот в процессе как бы погружения в эту тему Халкин-Гола меня ребята порадовали. То есть они как-то прониклись вот всем трагизмом вот этих событий, то что тысячи убитых, там десятки тысяч покалеченных солдат, то, что там, скажем, на Халкин-Голе впервые проявил себя как гениальный полководец Жуков, Георгий Жуков. Вот. И серия получилась очень хорошая у ребят, ну, моя плюс серия. Мне предложили ее сделать выставку плакатов в Монголии, вот. Что я, собственно, с удовольствием и сделал. И провели мы ее как выставку конкурс молодых художников Иркутска, то есть, опять же, России, и молодых художников Монголии. Выставка большим успехом пользовалась там, кстати, и плакатное искусство Монголии немножко как бы затихло, зачахло, то есть так вот, не так, как у нас, слава богу, это ура патриотизм, все через плакат было, и у нас немножко это осталось еще, вот, правда, это перешло в разряд рекламы, ура, реклама, покупайте, берите деньги, а вот на уровне как бы творчества немножко заглохло. Ну, ребята заинтересовались, и когда вот необходимость уже возникла что-то как-то выразить свое отношение уже к войне, к 75-летию победы, великой победы в этой войне Великой Отечественной, ребята с удовольствием отреагировали, поработали, тоже сделали огромную, большую выставку. Мы собирались провести эту тоже выставку в Монголии, но вот эта жуткая пандемия у нас все... карты буквально смешала все наши планы. Вот. Ну, я думаю, вот послезавтра я буду в Улан-Баторе, я везу эти плакаты, нас ждут, и эта выставка все-таки она состоится, выставка плаката, отражающая вот дружбу наше сотрудничество с Монголией в виде содружества, боевого содружества на Халкин-Голе, в виде гигантской, колоссальной помощи монгольского народа нашему народу в годы Великой Отечественной войны. Монголы просто в знак благодарности за Халкин-Гол отдавали все, буквально вот 42-43 год отдавали, отрывали от себя деньги, золото, серебро отдавали, пищу, одежду, шерсть, ну все уходило. И опять же вот эти два года в Монголии страшный голод случился, вплоть до того, что там чуть ли не тысячи народу умирало именно от голода. Ну, ну вот, молодцы они, очень молодцы. Об этом на плакатах, вот на наших даже звучит, вот эта часть именно помощи, социальной помощи, боевой, я бы сказал, помощи, которую они нам оказали в борьбе с фашизмом. Выставка приурочена к 70-летию. А сколько лет на самом деле? Вот сколько ощущаешь лет себе? Ну, если я скажу ковырнадцать, нормально будет. Сложно, я как бы не слежу за возрастом. Некогда следить, хочется немножко как бы там пожить, понятно. Хочется повеселее, поактивнее там поработать со студентами, я думаю, еще немножко поработаю с ними. Но, опять же, хочется и, может быть, уйти даже в чистое творчество, потому что педагогика, она отбирает колоссальную энергию вот у художника, колоссальное просто количество времени. Я прихожу в 9 на работу утром, в 8 прихожу за час до занятий и ухожу в 9 вечера, потому что остаюсь, допустим, с заинтересованными ребятами, которые, кстати, вот, готовятся к выставке, помогаю оформлять им там их работы, в рамы свои. Среди проектов, которые я, скажем, сделал, ну, кстати, проект, я участвовал в создании этих проектов, музей интересного такого поэта Батюшкова в Вологде.
Вот. Но в силу того, что проект сделал, участвовал, а реализовали там уже другие ребята его. Делал очень мощный, большой проект Минусинского музея. Это великолепный музей, гигантская коллекция у них там, скажем, палеонтология там. Просто, ну, очень здоровская. И с удовольствием работал. Но так случилось, что, опять же, выполнил проект, а на реализацию человек, который как бы должен подключать уже меня на исполнение туда, он погиб. Он был очень хорошим художником. Стас Иконников, красноярский художник, он сгорел. Загорелся художественный фонд, а он, как ответственный был по пожарному делу, кинулся там в противогазе, там тушить его. Все бросили, убежали, а вот он все до последнего и погиб там. Жалко, очень интересный человек. Вот, музей революции, то есть под руководством Розенблюма, то есть тоже проекты, концепции мы разрабатывали, музей революции. Одна из концепций, мне как раз вот достались залы воинской славы. Интересно было работать, но это тоже концепция, как бы, интересная. А из реализованных музеев, ну, которые я вот в Иркутске делал, это отдел природы, диорамы, там проект вот этот вот. Это музей на острове юности, музей истории КБЖД, Кругобайкалки и железной дороги Восточно-Сибирской. Музей, опять же, железной дороги в 130-м квартале. Музей банковского дела в Иркутске. Банки сделали мы, вот хороший музей. Так, ну и совершенно замечательный, я думаю, музей в Листвянке, Байкальский музей. Он такой получился инновационный, совершенно так новые как бы экспозиционные методики, то есть мультимедийные мы там применили. Директор был Фиалка в то время, Владимир Абрамович, но это человек пламенный мотор, то есть он у него каждый день фонтанировал своими идеями, как бы предложениями, с которыми иногда можно было соглашаться, а иногда просто там уже опускать руки, не знать, потому что через час он предлагает одну идею, чтобы я попробовал, делаю эскизы, через два часа прибегает, говорит, у меня еще одна идея, говорит, пробуй. Но все равно было работать неимоверно интересно, неимоверно трудно, но интересно, и результат получился. Зрителю очень нравится проект, потому что, ну, скажем, для нашего региона достаточно эксклюзивный, достаточно креативный получился, такой вот забавный. Ну, музей города Иркутска, то есть много выставок там и по комсомолу, и военные выставки, и там госпиталя во время войны, помнят, выставочку мы делали. Много, как бы, вот этих выставок, всех не перечесть. Первую свой выставку, музейную выставку, я сделал, будучи студентом на втором курсе, в 1988 году. Я уже даже трудно подсчитать. С Сашей Шлыковым, замечательным иркутским художником, как бы, вот, нам из фонда просто подкинули заказ сделать выставку. Значит, выставку «Бомбоубежище». То есть это даже сложно как назвать, она называлась, то есть образцы вот этих всяких амуниций спасательной, поведение, как надо себя при атомной бомбежке вести. Причем это было бомбоубежище образцово-показательное. Ну, мы с удовольствием ее делали, надо было деньги зарабатывать. Вот. В итоге, когда мы ее сделали, ходсовет пришел, у нас работу принял и уехал. И тут начался страшный ливень. Это бомбоубежище, этим ливнем, недавно там построенным, залило примерно водой по колено. Вот так вот такая была история. Ну, музеи я вот очень люблю делать, это интересно, страшно. Шелиховский музей я делал, разрабатывал проект, ну, собственно, и делали его с нуля. В настоящее время вот, с Сережей Бордачковым там, мы делаем новую экспозицию, новую концепцию, новую экспозицию.
Ну, там тоже повезло с директором. Наталья Волкова, Наталья Ивановна, великолепный директор. Вот на протяжении уже там 20 с лишним лет мы с ней сотрудничаем, дружим. Можно дружить с хорошим, добрым человеком. Владимир, что бы ты сам себе сегодня? Сегодня будут поздравлять, будут говорить хорошие слова. Сам себе что бы ты пожелал? Ну, вообще хочется здоровья. Здоровье крепче, потому что здоровье немножко стало уже подкачивать, уже как бы чувствуешь, что не тот вес рюкзака поднимаешь на сплаве, хотя поднимаю, хожу, вот, скажем, не тот продукт уже как бы восторгается твой организм, хочется какой-то другой вот подаваемого, ну, как бы вот. Ну, время хочется. Время, оно самое ценное, что есть у человека, это все-таки время. И чувствую, что оно как-то убыстряется. Причем с каждым годом вот оно все быстрее, настолько, вот только наметишь там чего-то, год прошел. Там, наметил, скажем, сделать там картинку какую-то, уже мой за день, допустим. Вот, а этот день там пролетел, и уже времени не хватает на выполнение этой картинки. Ну, как-то вот будем работать над временем, будем с ним дружить.